последних матча не везет, выиграли. Сместиться слева, слева, он же здесь даже справа начинает, а правая диагональ даже перекручивает, нормально играет. Потом вот так вот он, допустим, он отдал как раз плоско. А где ее нечего, себе ему так вот зажался, и ее более сильное обращение. Чуть быстрее дома, чуть быстрее собрать, лучше короткую игру. Всю короткую игру не надо делать, срезай вправо. Он тебе влево не будет начинать, ты будет под правым начинать, а справа ты будешь как рыбу поддерживать, перекручивать и так далее. Давай, Игорь, посмотри, давай. Thank you.
отсюда начинает, не бойся, пусть он начинает. Решим так. И в правую диагональ, что это значит, нормально правую. И потом вот просто, он все так не переиграет. А вот на таких тонких нюансах, выбор мячей, и так далее. Значит, у тебя чуть простоватая игра, это просто набирает 3-4 очка, чуть больше. Надо как-то условно помочь, и чуть подбитый пенис, перекрытку справа там. Плюс свои подачи вот эти вот, именно. Он будет париться или пиво, или булочкой там, и все. Игорь, терять нечего, посмелее, Игорь. Посмелее, побыстрее, и еще более такой жесткий.
4. Мы перемещаемся на соседний стол, где идет встреча Владимира Самсонова с Владимиром Персоном. Ну, сейчас мы послушаем Игоря Рубцова, который только что обыграл второй раз уже Владимира Самсонова. Игорь, ну что я могу сказать? Поздравляю с такой большой победой. Это уже второй раз. И за тебя, посмотри, болело очень много народа. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Опять-таки, странная победа, как и в тот раз. То есть я не считаю, что я был в лучшей форме. Может быть, как-то... Мне показалось, что я его как-то усыпил. Какая-то игра такая пошла, вроде как он легко начал выигрывать, и потом немножко потерялся. А уже было поздно. Вот. Ну, конечно, уже... В принципе, я играл лучше, чем днем, первые игры. Но, повторяю, на турнире мне кажется, что я не в лучшей форме. Ну, как в последнее время уже. Игорь, а что с ногой? Я заметил, по-моему, с Персоном ты играл, что ты то ли дернул колено или что это да, такое? Да, постоянно щелкало колено, когда его сгибал. Но потом отпускало, слава богу. А появилось только с Персоном вот это или да, нет? Да, с Персоном. Нет, по-моему, ну вообще ты... в жизни это уже бывало, но а, очень было. Редко. Это да. Вот сейчас обострилось в этой игре, да? Да, что-то... Ты, по-моему, дернулся, кажется, там за одним мячом, кажется, да, по-моему, даже не нужно было это может быть, момент. Да. Вот, и при подаче мешало, при приеме, я так чуть больше сгибал, сразу такой щелчок. Ну, ничего страшного. И какова сейчас ситуация? Кто из группы выходит? Ситуация не изменилась. Володя первый. Здесь выиграл Йорген, Персон, да. Значит, Персон второй, а Персон третий. Второй, да. Я четвертый. Ну, я тебе хочу сказать, что ты играешь, в общем-то, прекрасно, но, по-моему, есть какие-то моменты, которые тебя в какой-то степени сдерживают. Ты не можешь это сказать, что это? Потому что что-то такое, ну, может быть, не знаю. Ну, трудно сказать. Все говорят, что какие-то проблемы с психологией. Я больше думаю почему-то об инвентаре. Да. Кто вот прав, я не знаю, я или все. Ну, такое впечатление, что вот что-то мешает, непонятно что. Может быть, что-то, настройки какие-то, вот действительно, психологические или что-то. Но, да, во всяком случае... я не в своей тарелке, вот как взял новое, все это новое, я не в своей тарелке.